Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре стартовал боксерский турнир «Второй мемориал» тренера Василия Тыщенко. Соревнования проходят в двух номинациях – студенты до 18 лет и взрослые до ветеранов. То есть боксеры старше 40 на ринг не выйдут. Однако очередь в квадрат выстроилась приличная – 150 бойцов, от разрядников до мастеров спорта. Для некоторых этот турнир – путевка в большой спорт. Шереметьев дважды выиграл у нас турнир класса А в Тольятти. Семизорова. Там выполнил мастер спорта. Шереметьев выполнил мастер спорта на Шишовском турнире. Он занял первое место. Пекарский и Шереметьев, они выступали на первенстве России. Один бой Шереметьев выиграл, Пекарский в равном бою проиграл. Василий Тыщенко боксеры помнят как уникального тренера и веселого человека. На занятия мастер приходил всегда с отличным настроением и передавал его своим ученикам. Если у спортсмена не получался какой-то боксерский прием, Василий Иосифович применял против него коронный прием с элементом юмора. У него, знаете, какая была шутка? Он вставал на руки и сделал ласточку такую, руки, ноги вперед. Представляете, нормальный гимнаст не каждый сделает. Вот когда ты научишься, тогда ты будешь настоящий мастер. Тренер Тыщенко любил и пропагандировал силовой бокс, то есть учил своих подопечных заканчивать бой эффектно, нокдауном, а лучше нокаутом соперника. Нынешние самарские боксеры предпочитают технические поединки, выигрывать по сумме набранных баллов за точные удары. Хотя и среди них встречаются нокаутеры. Раньше, если можно было бы рубиться, перерубать соперника, сейчас в основном работают на баллы, работают, двигаются больше. Я больше сам люблю подраться, порубиться. Нравится мне такой больше бокс, более контактный. В первую очередь, для себя посмотреть, на что я способен. Каждый год выступаю. Победители мемориала Тыщенко определятся в воскресенье в Самарском строительном техникуме. В полдень вход свободный. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.